Референдум завершен. Все участки закрыли свои двери, и теперь членам комиссии предстоит почитать все голоса за и против строительства АЭС в Казахстане. Напомню, в регионе сегодня были открыты 250 участков референдума, в том числе 238 работали напрямую с населением. В 12 закрытых участках голосовали подопечные учреждения уголовно-исполнительной системы, а также пациенты медицинских организаций. Всего в Мангыстауской области правом голоса обладает 435 162 человека. Председатель областного маслихата Жамбырбай Матаев и доктор политических наук Кикбай Жаулин поделились своим мнением по поводу проведенного референдума. Сегодня в Республике Казахстан прошел референдум. Народ Казахстана сделал свой выбор. Это исторический день. Жители региона, голосовавшие сегодня, проявили большую ответственность. На участках референдума нарушений замечено не было. Мы тоже всей семьей проголосовали на участке номер 66 во дворце школьников. Члены комиссии встречали всех голосующих тепло и с радушием. В настоящее время мы наблюдаем итоги широкомасштабной политической акции. Как вы знаете, еще год назад глава государства предложил вынести этот вопрос на общенациональный референдум, как инструмент демократии. Сегодня в нашей области жители и общественные организации также приняли участие в референдуме. В целом можно сказать, что наше государство состоялось как унитарное государство, сделало значительный шаг вперед, и теперь мы ждем новостей.